Буквально пару минут пушистый беглец, изрядно испугавший оленеводов Ямальского района, пойман сотрудниками специализированных ведомств. За ним на вертолете вылетели 11 человек. Участвовали в поиске не только специалисты окружного департамента природных ресурсов и экологии, но и представители службы по охране природных биоресурсов и даже сотрудники московского зоопарка. Задачка со звездочкой – отловить взрослого белого медведя по весу достигающего чуть ли не 500 килограммов и отвезти подальше от людей на полуостров Ивай. Беглец пойман и обездвижен. Теперь главное – аккуратно надеть на голову повязку, закрывающую глаза. Когда хищник дезориентирован, можно грузить вертолет и перевозить к месту будущего обитания. Напомним, около недели назад пушистый дебошир забрался в стойбище к оленеводу, похозяйничал на территории и отправился в путь, наводя ужас на всех жителей Ямальского района. На ситуацию быстро отреагировали не только сотрудники департамента природных ресурсов, но и местная администрация. Аномальное явление происходит. Белый медведь, в общем-то, вопреки всем правилам, пришел на юг полуострова. Естественно, что где-то к этому население было не готово. Мы максимально включились в решение этих задач. Первое, что мы сделали, это был облет ямальской тундры. Мы информировали те районы, где находился медведь. Семье пострадавшего оленевода уже оказали помощь. Передали материалы, позволяющие восстановить жилище и подготовиться к зимним условиям. Также ранее отправили продуктовые наборы. Пострадавший оленевод чувствует себя хорошо и находится в соседнем стойбище. Юлия Шнайдер, «Время и мало», Ямальский район.